хочу сказать вам, что сегодня действительно очень хороший день. Потому что, знаете, в каждой семье есть праздники. Есть дни рождения. Есть что-то, ну, и люди ждут этих дней. И наступает, я, кстати, знаете, волнуюсь больше, наверное, чем человек, который сейчас сюда выйдет. Но я хочу вам сказать, что у Бога есть много драгоценностей, и Он дал их человеку. И самая важная драгоценность – это семья, и одна еще из самых важных драгоценностей – это дети. И наступает момент, когда дети приходят к определенному порогу, когда Бог говорит им, что вы уже выросли, и вам нужно быть передо мною, ходить передо мной, да? И Он дал нам такую, вот в еврейском народе, Он дал такую, это не заповедь, это традиция, но я считаю, что это очень хорошая традиция. Когда дети достигают определенного возраста, они выходят перед общиной и говорят, что мы стали взрослыми. Знаете, у нас в основном самоутверждаются на улице, делают разные глупости и говорят, я уже взрослый, я вот могу и вот так, я взрослый. Но надо иметь мужество, чтобы выйти перед общиной верующих и сказать, я стала взрослой, я принадлежу этому, этой общине, я принадлежу Богу, я не принадлежу миру, который находится там. И поэтому я хочу, чтобы мы пригласили сюда, к Биме, Катерину, дочь Михаила. Выйди сюда, Катя. Вставай. И мы сегодня будем, и сегодня она будет проходить такая, как традицию называется, бат-мицва, дочь заповеди. Сегодня она перед вами в первый раз в жизни будет комментировать Тору. И сегодня вы услышите ее сердце, и она станет уже немножечко взрослее. И я еще хотел бы сделать тоже еще одно место. Помоги мне, пожалуйста, Ваня. Держи. Это твой микрофон теперь. Шаббат шалом, дорогая община. Давайте встанем и помолимся перед чтением Торы. Барху эт Адонай Гамаварах. Барух эт Адонай Гамаварах Леолам Ваэт. Барух эт Адонай Лахейну Мелех Алам Миколя Амим Ашер Вахарбану Миколя Амим Венатан Лану эт Тора То. Барух эт Адонай Нотена Тора. Присаживайтесь. Наша недельная глава называется «Эмор». Эта глава находится в книге Левит с 21 по 24 главу. В 21 главе говорится о специальных правилах для священников. В 22 главе говорится о том, как Бог велел относиться к жертве. В 23 главе говорится о праздниках, а в 24 – о скинии. Но сегодня мы поговорим о праздниках. Что для вас есть праздник? Праздник, день, отделенный от будней, является напоминанием, и праздник есть инструмент нашего исправления. Сейчас мы поговорим о таком празднике, как Шаббат. Шаббат – это седьмой день творения этого мира Творцом. В субботу мы должны посвятить день семье и направить свои мысли к Богу. Шаббат – день отдыха, мы должны отдыхать. Но какой должен быть этот отдых? Отдых в нашем случае – это не просмотр телевизора или времяпровождение за компьютером. Субботний отдых – это наше время поклонения и общения с Богом. Цель нашего поклонения – это прославить, воздать честь, хвалу Богу. Наше поклонение должно показать нашу любовь и признательность Богу за Его милость в нашем избавлении от рабства греха, чтобы мы могли иметь спасение, которого Он так сильно желает для нас. Поклонение Богу требует смиренного и сокрушенного состояния наших душ перед Его лицом. В Иакова 4:6, 10 стих говорится, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас».
Наше поклонение Богу является очень смиренным и почтительным действием. Но что же значит общение с Богом? Многие спрашивают, как возможно общение простого человека с Богом? Но что значит непростого? Непростой – это кто? Пророк, одаренный всеми дарами мира, или мудрец, познавший все учения? Перед Богом мы все простые, и общение с Богом тоже достигается очень просто. Мудрить тут нечего, незачем искать особых откровений. Нужно просто довериться Ему и внутренне открыться перед Ним. Пойдем далее. Праздник Песах. Все знают, что такое Песах? Песах – это исход из Египта и проверка Богом евреев. Мы были рабами, а теперь свободны. Песах – свобода, а Шаббат напоминает нам об исходе рабства. Сейчас такое время, что праздники для людей – это не память или напоминание, а повод. Очень жаль, что сейчас можно наблюдать такую картину. Возьмем, к примеру, праздник Победы Великой Отечественной войны – 9 мая. Ранее на 9 мая дети шли и дарили цветы ветеранам, а сейчас в социальных сетях привязывают георгиевскую ленточку к своей фотографии. И они не ценят и, возможно, вовсе не знают, что это за праздник. Так что Песах, как и другие праздники, должен быть не поводом погулять, а должен быть памятью. Шавуот. Что это? Шавуот – это праздник опресноков, семидневный праздник, соединенный с Песахом, называемым также опресноки. В 15-й и 21-й день месяца Авив собирались священные собрания, и дни эти были днями покоя. В течение этих семи дней полагалось есть пресный хлеб, опресноки, с горькими травами и приносить жертвы. Пойдем далее. Рош Ашана, или глава года, как его называют, еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца Тишрей по еврейскому календарю, приходится на сентябрь или октябрь. С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года. Следующий праздник – Йом-Кипур. Йом-Кипур – суббота суббот или день искупления. В иудаизме самый важный из праздников – день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается в 10-й день месяца Тишрей, завершая 10 дней покаяния. Как и Шаббат, это день покаяния, когда мы можем прийти к Богу и просить прощения за грехи и милости в просьбе. Следующий праздник – Суккот. Суккот – праздник кущей, один из основных праздников еврейского народа. Начинается 15 числа месяца Тишрей и продолжается 7 дней. В это время по традиции следует выходить из дома и жить в сукке, то есть шатре, вспоминая о блуждании евреев по Синайской пустыне. Книга «Исход». Кульминацией праздника является восьмой день, который называется Шмини Ацерет. Задержитесь на восьмой. Итак, дорогие друзья, я хочу сказать, что с Шаббатом все началось, и Шаббатом все завершится, когда придет Машиах во втором пришествии. Потому что время имеет свойство проходить и не возвращаться. И все наши поступки и действия, совершенные сегодня, мы не сможем изменить завтра и будем отвечать за последствия перед Богом. Поэтому исследуйте Писание, исследуйте праздники, которые дал нам Господь. Находите принципы, которые вложил в них Господь. Как в покой Шаббата войдешь, так и всю неделю проведешь. И не только неделю, но и всю жизнь. Я хочу вам сказать, что давайте мы встанем. Потому что почтим, действительно, это почтение человека, это почтение Катерины, потому что на самом деле, знаете, Бог дал милость готовить этих молодых людей, бар, бат, мицве. И я вам хочу сказать, это такое сокровище, действительно, это сокровище, которое дает Бог. И мы иногда смотрим снисходительно на таких молодых людей, мы видим их ошибки, такие какие-то такие разные, это мы говорим, что ты бегаешь, делаешь. А вы знаете, на самом деле в них заложен гигантский потенциал. И каждый из них – это маленький-маленький такой огонечек, который вырастет большим-большим прекрасным цветком. Поэтому я хочу пригласить родителей, Михаила, Наталью, и вы будете благословлять вашу дочь. Ну, да, присаживайтесь. Я хочу, чтобы община меня поддержала. Ну, в этот день, я считаю, довольно такой серьезный в ее жизни. Это день, когда она выходит на новый уровень своей жизни. И я высвобождаю свое отцовское благословение в ее жизнь. И прошу Господа нашего, чтобы Он благословил ее обильно, мудростью своей,
чтобы она не нуждалась ни в чем в своей жизни, чтобы Бог благословлял все дела ее и пути ее, чтобы она пребывала в Господе всегда. Аминь. Здравствуйте, дорогая община. Я благодарна Богу за то, что мы дожили до этого дня, что Катюша на правильном месте. И я... То, что он... Вы знаете, вот рождение ребенка, это на самом деле огромное просто чудо. А то, что Катя здесь стоит перед вами, это вдвойне чудо, потому что враг, он хотел погубить ее еще в утробе моей. И я безмерно благодарна Богу за нее. Я благословляю тебя, Катенька. Я благодарю Бога за то, что ты есть у нас. И я прошу Господа, чтобы во все дни жизни твоей он пребывал с тобой. И ты знала, и любила, и следовала за ним. Во имя Иисуса. Катюша, я хочу сказать пару слов тебе. Я тебя знаю еще с таких маленьких-маленьких лет, как только ты появилась здесь в общине вместе со своими родителями. И все эти года, которые ты посещала детскую шабатную школу, ты всегда отличалась тем, что ты была такая мудрая с детства. И всегда, когда что-то говорила, оно так было кардинально, так все четко, серьезно. И это говорит о том, что есть мудрость, которая свыше приходит к тебе, и она у тебя есть внутри. Поэтому я желаю, чтобы этот день был, этот день как толчок в будущее твоей жизни, свидетельство, кто ты есть внутри, и кто является Господь для тебя. И чтобы ты передавала все то, что Бог тебе вложил в сердце, эту мудрость, чтобы ты могла своим друзьям и нести этот свет, который в тебе, и который ты излучаешь, эту радость и любовь Божия, которая она в тебе. Я тебя люблю и благословляю именем Господа. Также я хочу сказать пару слов. Эти слова, они слова назидания. Вступая в уже более ответственную жизнь, с сегодняшнего дня это время возрастания. Прощаясь уже с детством, с игрушками, с куклами, ты можешь на них только смотреть и помнить, что это история. Ответственность молодой девушки состоит в том, чтобы быть богобоязненной, любить Бога и знать, что в твоей жизни появится подарок, который ты всегда мечтаешь. Как и твои родители, когда встретились вместе, так в твоей жизни будет тот подарок, который будет свыше. И я хочу сказать, тот, кто получит этот венец, тебя, получит благословение. И я знаю, что твои родители наставляют и будут наставлять тебя в богобоязненности, в целомудренности, в мудрости и в простоте. Это принадлежит им и передается тебе. Я надеюсь, что сегодняшний день ты не забудешь. Сегодняшний день останется особенным днем для твоей жизни, и ты это также сделаешь для своих детей. С сегодняшнего дня ты уже взрослый человек. Ты несешь ответственность перед своими словами, перед своими поступками. Если до этого дня родители каким-то образом несли ответственность, то с сегодняшнего дня ты стала дочерью заповеди. А заповеди они в Писании. Их немного. Их всего лишь две основные. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всем разумением твоим, всей своей крепостью и ближнего твоего, твоих друзей, твоих родственников, твоих соседей, как саму себя. Это наставление пускай останутся в твоем сердце. С сегодняшнего дня ты уже взрослый человек. Твоя мамочка тебе дала очень хорошее благословение и сказала, что ты на правильном месте и на правильном пути. И вот я скажу коротко. В книге Иова, в 3 главе, 10 стих написано, что Бог делает великое, неисследимое и чудное без числа. И пусть Бог все это делает и в твоей жизни. С большой любовью к тебе и с уважением.
благословляю родителей. Они воспитали замечательного ребенка. Спасибо вам большое. Ну и что, давайте вместе все скажем. Мазл тов! Сейчас, подождите. Поздравляю тебя, Катя. Ну, еще раз вместе. Мазл тов! Мазл тов! А теперь, по традиции... А теперь по традиции самые сильные братья общины выходят сюда к стулу, и мы начинаем танец поближе к небу. Серёжа. Сима тол, мазл тол, Сима тол, мазл тол, Сима тол, мазл тол, не ладу. Сима тол, мазл тол, Сима тол, мазл тол. Во имя Ишуа Мессии. Аминь.